Итак, сюжет первый. Илья и Светлана вместе уже 5 лет. Познакомились мы так, что в театр мне потребовалась бэк-вокалистка. Вот, Света пришла на прослушивание. Отвратительно пела, вообще ни одну ноту не взяла. Потом попала на коленях. Возьми меня, ну возьми меня. Я сказал, ладно, давай попробуем. Там, ну, вроде там, знаете, стерпела и слюни. Это ложь, омерзительная ложь. Ну, какая ложь? Ну, что, омерзительная ложь. Просила, возьми, я безработная. Все было наоборот, между прочим. А, то есть я на коленях ползал. Я вообще не хотела. Он взял какую-то курицу, извините за выражение. Потом она его кинула, и он стал мне звонить. Ну, потом как-то так получилось, что мы спустя, наверное, года 3 стали жить вместе, потому что возникли какие-то чувства. А сейчас огромное количество проблем. Просто огромное. Что-то преувеличиваешь. Огромное количество проблем. Что-то накручиваешь. Мне проще перечислить, что меня устраивает в тебе, ну, не надо, чем перечислять то, что, от чего надо уже тушите свет. Придумывать того, чего нет. Как придумывать? Ты 3-й год меня не знакомишь с своими родителями. Вообще. У меня очень старомодные родители. Они не поймут черные ногти на моем молодом человеке, черная губная помада и красные волосы. Дело в том, что я требую от нее, чтобы она меня представила таким, кое есть. Зачем я должен адаптироваться, меняться под ее родственников? Ты не такой, на самом деле. Так если они любят тебя, желают тебе счастья, они примут меня любым, если ты со мной счастлива. Если тебе, знаешь, не важно вот это... моя позиция. То нет, а что значит важно, не важно? Я просто говорю, почему нельзя представить мне, что я такой? Почему я должен меняться? Почему я должен как-то скрываться, смывать косметику свою всю? Может быть, я так чувствую себя комфортнее. Ты можешь войти в мое положение. Ты нахалка редкостного пошива. Я тоже тебя не познакомлю. Если бы знал, не познакомил бы меня. Что ты орешь? Заткнись, овца драная. Вот. Что это такое? Я не могу вообще.